Когда на счету каждая минута, в Чувашии появился трассовый пункт скорой медицинской помощи. Открылся он возле деревни Андреева базара Козловского района, в минутной доступности от федеральной трассы М7. Место выбрано не случайно. Этот участок дороги является одним из наиболее аварийных. Выездная бригада скорой помощи всегда на месте. На трассовом пункте дежурят два реанимобиля нового поколения, которые оснащены всеми необходимыми приборами для поддержания жизненно важных функций. Это аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, если произойдет остановка сердца, и ЭКГ-монитор. Позади 55 километров до татарского Бурнашева, впереди 60 километров до Чебоксар. Именно этот участок дороги и будет обслуживать трассовый медицинский пункт. Увеличивается поток на трассе М7. Очень за день приезжают десятки тысяч автомобилей. К сожалению, увеличивается ДТП пострадавшими. Вот. И с этой целью открыли станцию. Потребность большая, да. Было уже за время открытия уже 5 аварий, из них 2 серьезных аварии. Все обслуживали, всех довезли пострадавших, оказали помощь. Можно сказать, спасли жизнь. По статистике, бригада трассовой медицины прибывает на место ДТП в среднем за 13, при нормативе 20 минут. Медицинскую помощь здесь могут получить не только участники автомобильных аварий, но и проезжающие мимо водители, которым стало плохо за рулем, и жители близлежащих населенных пунктов. Рифат Фатколин, Семен Антонов, Республика.